За счет нефти террористы сильно расширили свои ряды. Если бы коалиция США хотела на самом деле избавиться от боевиков ИГИЛ, они бы в первую очередь разрушили нефтяную инфраструктуру террористов. Но они этого не делают. Спросите, почему? Да потому что боевики обслуживают интересы Запада и конкретно Соединенных Штатов. Они понимают, что если лишить боевиков главного источника финансирования, у них больше не останется ручных террористов, которые будут держать регион в напряжении, чего хотелось бы Вашингтону.